Я очень много писала об Одессе, потому что я сразу послезавтра уже там буду. Но вот последнее, что вошло в сестру, связано с моими одесскими эмигрантами, друзьями из Праги. Это такой загнивающий санаторий, где очень дешево, поэтому места есть. Корабль. Савдеповский санаторий. С грустным оскалом комик. Российский бизнес, убитая экономика. Тычется бойлером без воды, в шею пустого пляжа. Существует землю южнее Крыма, туда я ляжу. Существует что-то, что глубже нас, это лики и кости. Город сопротивляется замороженным Куликовским. В ответ на призывы ушлепков, стой, как все, город сопротивляется с хитрой еврейской стойкостью. Пока пацифисты в парках занимаются аэробикой, пока килограммы мяса расфасовывают по гробикам, пока великие мира сего насилуют мать историю, город сопротивляется, как тумбочки санатория, в которых на пожелтевших открытках с Гагарином сохранились печати нашей ручной испарины. Сохранилась потная, распинаемая, проступающая помаленьку, сохранилось то, чего не убить, ибо оно молекула. Зло это чей-нибудь вопль, ау, блуд, вассербор, добра. Город смеется в пейсы и бороду за отсутствием выбора. Санаторий, качаясь на якоре мусорного контейнера, усыпляет вахтершу Лизу с лицом до двери. И Лиза видит во сне себя шелковым и гороховым, пробивную хабалку, смешную 20-летнюю кроку. И каждым храпом, каждой соплёй, каждой складкой ее лица.